Часик радости и сладости, каны. Итак, сегодня, наконец-то, я могу с вами поделиться радостной новостью. Особенно с теми, кто любит творчество Хикана, кто любит платиновые хиты Хикана. Итак, как вы уже догадались, надеюсь, сложились обстоятельства, звезды выпали так, что у Хикана есть возможность записать второй альбом, наконец-то. Кто с нами недавно, вы можете зайти в описание, там посмотреть все ссылки, найти ссылку на первый шикарный платиновейший альбом Хикана и насладиться, например. Итак, что же необходимо, чтобы вышел второй альбом? А нужны две вещи. Это, во-первых, донат, а во-вторых, это обложка. Итак, обо всем по порядку. Начнем с доната. Чтобы Хикану было слаще сосать хер здесь с бабулей, необходимо от 3,5 до 5К. Мне на медне один человек написал: «Ой, Хикан, я в стиме давеча проебал 5К, ёб твою мать!» Я это все вперёл в банке тушенки и просто схватился за маску Тимошен. Ладно, оставим эту лирику. Итак, это будет проверка на искренность тех людей, которые мне писали: «Хикан, а залей свои треки куда-то там, как они называются, Apple Store, iTunes». Я, если честно, не в курсе, Google Play или куда-то мне надо их было залить. И они писали, что я обязательно залью, куплю и все, ну и прочее. Мне почему-то кажется, что эти люди были неискренни, так как зачем спонсировать пиндосов, платить им деньги, если ты можешь напрямую поблагодарить автора. Итак, какие будут преференции, какие будут бонусы для тех, кто задонатит? Итак, кто задонатит от 300 рублей и выше, я, во-первых, сделаю бесплатную сигну, если у вас до сих пор нет сигны от меня. И во-вторых, я, смотрите, в группе «Бабуля Хикана» сделаю закрепленный пост и напишу, ну, к примеру, следующий текст, следующего содержания. Альбом был создан при поддержке этих людей. Повторюсь, те, кто донатит от 300 рублей и выше, тем бесплатная сигна, и они будут увековечены в посте второго альбома, например. Я думаю, вы видели, как первый альбом долго висел и сколько просмотров и репостов, например, он набрал. Я думаю, с донатом мы быстро разберемся, но сами судите. Допустим, 10 человек задонатит по 300 ре, к примеру, и уже, ну, я думаю, это будет быстро. Тем более, заодно и проверим тех, кто мне писал в личку, засирал. «Хикан, давай, грузи куда-то, я обязательно куплю». Вот и проверим вас, проверим вашу искренность. Хорошо, теперь с донатом разобрались. Теперь обложка. Что же должно быть на обложке? Смотрите, я создам альбом. И ссылку в описании, ссылку на альбом в описании добавлю. И вы туда можете добавлять свои фоточки, например. А что же туда добавлять? Тематика альбома, то есть альбом будет называться «Ту», то есть «Два», по-пиндоски, «Ту» значит «Два». Итак, что же должно быть изображено на пикче для обложки, например? Может быть, все, что угодно, что соответствует числу 2. Например, вы идете по улице, видите, жатва алкоголика. Вы раз, сфотографировали, например, вот тут 2. Или, к примеру, вы занимаетесь косплеем. Занимаетесь, в альбоме будет много песен про аниме, например. И вы, к примеру, кого-то косплеите и сфотографирует вас, например, кто-нибудь вот так вот. Тип 2, да? Не-а, например. Вот. Потом, к примеру, у вас есть какая-нибудь сестра-близняшка или близнец, вы сфотографировались как-то оригинально. В общем, фоткайте все, что соответствует числу 2, например. Неважно, что это будет, хоть котики, собачки, хоть ваша мамка, что угодно. Но главное, чтобы фотография была действительно какая-то монументальная, эпичная. Такие дела, Хиканы. Если вы обладаете какой-нибудь незаурядной внешностью, Хиканы, это ваш шанс. Это ваш шанс просто однозначно. Если вы сейчас находитесь в какой-нибудь стране, например, в Японии, как человек мне давеча прислал сигны из Японии, это ваш шанс тоже однозначно быть на альбоме Хикана. Вы сами творите историю. То есть без особых усилий, практически ничего не делая, нажав на кнопочку фотоаппарата, или даже не фотоаппарата, а мобильного телефона, можете попасть на обложку Хикана и стать дико популярным, например. Почти как я. Итак, Хиканы, все в ваших руках. Давайте определимся с дедлайном. Итак, альбом, ну скажем, сегодня... Так, альбом пусть выйдет
до 10 августа, допустим, дедлайн у нас 10 августа, то есть 10 августа, все, крайний срок, последний срок. Но я думаю, альбом выйдет пораньше, надеюсь. Хиканы, опять же, все в руках, все зависит от двух вещей, от доната и от обложки. Но я больше переживаю за обложку, потому что на обложку что-нибудь такое эпичное надо разместить. И опять же, я лично сам выберу, только выберу обложку, только давайте без этих обид, мол, вот я сфотографировал, не знаю, какую-нибудь свою фигурку анимешную, а Хикан подлец, вот не соизволил, не соблаговолил меня разместить на обложку. Давайте без этих детских школьных обид, хорошо? Я сам выберу. Может, у меня вкус извращенный, не такой, как у вас. Так что давайте без обид. Вы загружаете свои фотографии в альбом. Опять же, все реквизиты для доната, все ссылки на альбом, на мой предыдущий, на альбом для обложки второго альбома, все размещено в ссылках в описании. Так, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, пишите мне в личку, опять же, личка, то есть ссылка на мою страницу ВКонтакте, конечно же. Все в описании, личка у меня открыта. Только не надо мне спамить и засирать, хорошо? Просто из-за этого дебильного спама я не могу отфильтровать нормальных людей, например. Я практически личку не читаю. Забыл добавить, те хиканы, которые задонатят от 300 рублей и выше, обязательно, еще раз обязательно напишите мне в личку ВКонтакте, чтобы я вас добавил, ни в коем случае не обделил вас сигной, если у вас, конечно, ее до сих пор нет, и чтобы я добавил в пост, чтобы героев знали в лицо, чтобы все знали, благодаря чьей поддержке, благодаря чьей помощи вышел этот альбом. Повторюсь, если у вас возникают какие-нибудь вопросы, пишите мне в личку, все ссылки в описании, лучше 100 раз проговорить, чем потом какие-то недоразумения будут. Но я надеюсь, ничего плохого не будет, и альбом обязательно выйдет до 10 августа. Надеюсь, раньше. Хиканы, все в ваших руках. Надеюсь, новость всех порадовала. Подписывайтесь на мой канал, ставьте классы. До новых встреч, хиканы. Слава хиканам Бабулислава. Пока.